Рецепты, которыми Меган Маркл покорила сердце принца Гарри, несложные блюда, понравятся не только монаршим особам, но и членам вашей семьи. Психологи и эксперты пытаются понять, чем же Меган Маркл настолько очаровала принца Гарри. Беглый герцог называет ее своей ожившей мечтой и, кажется, готов на все ради жены. Кто-то уверен, что актриса умело пользуется психологическими манипуляциями. Но сама Маркл считает, что залог ее счастливого брака – абсолютная поддержка, чувство юмора и кулинарный талант. Во многих интервью Гарри заявлял, что банановый хлеб, который актриса испекла на одном из первых свиданий, покорил его. Кроме выпечки, у Меган есть еще несколько коронных рецептов, которые обожает Гарри и маленький сын пары Арчи – фрикадельки из индейки. В детстве Меган очень любила блюда из птицы, а став взрослой, нашла особенный рецепт, который стал хитом в ее семье. В фарш из индейки Маркл добавляет имбирь, острый перец и немного молока, затем формирует шарики и тушит в овощном бульоне. Она считает, что специи выводят это блюдо на новый уровень – кино с овощами. И Гарри, и Меган тщательно следят за фигурой, поэтому в качестве гарнира они предпочитают легкие диетические блюда. Один из любимых рецептов герцогов – кино с овощами. Меган варит крупу, а в это время обжаривает на сковороде овощи. Лук, помидоры, чеснок, кабачки, перец. Затем герцогиня смешивает крупу и овощи, заправляет зеленью и специями, обязательно добавляя острый перец и имбирь, салат из арбуза. Маркл обожает арбузы, поэтому собирает рецепты из этого фрукта. Ее любимый нарезанный кусочками арбуз, смешанный с сыром фета и мятой. Смесь герцогини заправляет оливковым маслом. Более привычная подача арбуза – нарезать фрукт ломтиками и посыпать корицей. Так его вкус раскроется ярче. Рыбная тако. Приготовьте на гриле перец, лук и несколько порций рыбного филе, лучше всего подойдет белая рыба, приправьте все солью и перцем, добавьте немного лайма и положите все это в теплую кукурузную лепешку. Несколько кусочков этого блюда делают меня более счастливой, раскрывает рецепт Меган Маркл – запеченная курица. Именно это блюдо Меган приготовила для принца на третьем свидании. Теперь она подает его на все праздники, а Гарри все еще в восторге от рецепта. Это так просто: смешайте чеснок, сою, уксус и немного лимона и позвольте курице плавать в этом соусе в мультиварке, пока она не отойдет от кости. Поставьте и забудьте о ней, а потом просто подайте с коричневым рисом и салатом. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка вашего внимания. Девчоночки, хотите готовить вот такие шикарные разнообразные завтраки каждое утро, при этом легко и просто, из понятных ингредиентов? Приходите на мой бесплатный вебинар, прямо вот здесь внизу ссылочка, и мы с вами научимся делать такое дома быстро и разнообразно, кушать с утра.